Итак, у нас еженедельная рубрика «Человек, приюти меня». И сегодня мы попробуем пристроить двух очаровательных песиков. Сейчас я вас с ними познакомлю. Самая ласковая, самая красивая, самая лучшая. Это Лагуна. Она приехала в приют совершенно недавно. У нее один голубой глазик. Она еще совсем маленькая, ей 3 месяца. Вырастет она большой собакой. Она подойдет в дом. Ну, мне кажется, в квартиру она не подойдет, потому что она будет очень большой. Питается она кашами, кормом сухим. Все прививки сделаны, обработаны. Она очень спокойная, такая ласковая, дружелюбная, ненавязчивая такая. Если вы будете чем-то заняты, то она будет спокойно спать. Ярко жизнерадостный пес по имени Вегас. Ему примерно около 2 лет. Он привит, кастрирован. Подойдет активной семье. Он очень умный и хитрый пес. Очень любит поиграть в игрушки, особенно в пищащие. Он был домашним, но его выкинули из-за того, что он ездовой пес. Он очень активный. Возможно, хозяева с этим не справились. Просто выкинули такого красавца на улицу. А это ведь хаски, да, порода? Да, это хаски. Голубоглазый красивый мальчик. Один из героев нашего сюжета, то обращайтесь в благотворительный фонд «Сострадание НР». Также вы можете помочь остальным жителям приюта. Как это сделать? Узнайте по номеру телефона 2-162-162 или на сайте благотворительного фонда «Сострадание НР», который сейчас указан на экране. И помните, эти малыши вас очень нуждаются. Да, Лагуна.